Всем привет! Наше кругосветное путешествие продолжается. И сейчас я покажу вам то самое настоящее мертвое море, в котором можно, ну, почти как в кино, ходить по воде. То есть, ну, если серьезно, то лежать на воде вполне можно. Уровень соли в 10 раз выше, чем, даже больше, чем 10 раз, чем в Средиземном море, допустим, которое соленое. Это мертвое море. Надеюсь, в следующем ролике я смогу вам показать его поближе.